подопытный субъект Е001. Офигеть. Слушайте, Е001. Мы с вами видели. Помните, фотография старухи была подписана Е001, насколько я понимаю. Алан, твое состояние ухудшается. Наверное, она заразила меня при нападении. Меня все равно уже не вылечить. Но так мне и надо. Это я виноват, что она сбежала. Да, это ты виноват. Но это не значит, что я позволю тебе умереть. Она не нападала на тебя? Это часть ее внушенной привязанности. Невероятно, мне все это не снится. Вот, в нем образцы ее ткани. Найди ее и все исправь. Ладно, Эви, где ты? Эви? Так, подождите, нам нужна сохранка. Блин, что здесь? Смотрим. Нифига, у нас есть нож. У нас есть вот такое оружие. Офигительно. Патроны для пулемета. И здесь у нас отдел специальных операций. Директор Алан Дроуни и опекун Мия Уинтерс. Последние отчеты указывают на то, что если Эвелина останется на том же месте, ее могут выкрасть противостоящие нам организации. Поэтому поручаю вам перенаправить Эвелину в наше главное американское подразделение на сохранение до особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте следующие правила. В избежание подозрений постоянно ведите себя, как будто вы родители Эвелины. Поддерживайте жизненные показатели Эвелины с помощью кодекса генома. При критическом срыве миссии уничтожьте Эвелину. Так, значит, нужно говорить то, что я ее мама. А этот мужик ее папа. Так, ладно, выходим. Посмотрим. Так, 23 метра. Она рядом. Она где-то рядом. А, нужно сначала проверить весь этаж. Только тогда. А, здесь перекрыто. К тому же. Это плохо. Так, но зато. Зато, друзья. Вот здесь можно пройти. Здесь можно взять пищевые добавки. Так, жилеты. Это нам не надо. Есть травы. Так, открыть нечем. Разумеется. Проходим. Так, попробуем еще здесь посмотреть. Да, здесь опять требуется ключ. Заперто с другой стороны. Это у нас уровень 2F, между прочим. Эвелина! Где ты? Черт, а? Что это такое? She's vomiting. У нее рвота. Damn. Черт, придется сбросить. Ну как дела? She's vomiting. У нее рвота. Слишком мобильная. Вот повезло, блин. Такими темпами мы еще насмотримся на ее мерзких друзей. Так, надо срочно ее найти. Ситуация выходит из-под контроля. Согласна. Рвота и газики мешают нам. Принимай испумизан. Как там в рекламе, да? Так, давайте выходить. Вы это отперли. Пойдем искать ее. Сейчас будем еще смотреть на ее мерзких, как и было сказано, друзей, да? Так, сейчас подожди. Патроны. Это мы возьмем. Есть. Сколько у нас там? Офигеть. 150 выстрелов. Так, что-то... Ой! Так, подожди. Куда нам с вами нужно идти? 32 метра. Давай попробуем здесь как-нибудь пройти тогда. Вернуться обратно к лифту. Потому что нам сначала приказано было обыскать весь этаж, а вот теперь можно, мне кажется, и... О, видел кого-то? Блин! Так, не смей уезжать. Так, вызываем. Но мне кажется, там кто-то может идти. По нашу душу или нет. А, дождь идет, господи.
Так, ну что с лифтом-то? Так, второй, наш. Да твою мать, иди сюда. Иди сюда, иди. Даже, наверное, не будем тратить патроны. Иди сюда, друг. Эвелины. Заходи! Мы с вами успели, но нужно не забыть про него. Откуда он там выпал? А, вот отсюда, сверху. Так, секундочку. Потихонечку, помаленечку. Это у нас уровень S2. То есть мы с вами... Ну, как в подвале. Пойдем. Ты чё, падла? Тихо, 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 тихо. Вот это друзья у него, конечно. Все, убили. Фух, блин. 40 выстрелов надо влупить в него. Это чё-то много. Многовато будет. Ладно, проходим. Так, тихо. Опять у нас расстояние увеличивается, да, получается? Давайте вот так попробуем. Конечно, не очень хорошо, когда мы тебя загоняем. Да, 40 получается. То есть у нас еще на одного вот этого друга остается. И не больше. Не больше. Так, посмотрим. Здесь у нас дистанционная бомба. Где она у нас находится? Вот здесь. Окей. Ну чё, кто там? Да иди сюда. Сейчас как раз испытаем бомбу на тебе. Подходи, подходи, золотой. Нифига ты. Крепкий тип. Так, ладно. Чё с этим? Ну, мне кажется, мы правильно с вами идем. метров. Вот теперь расстояние сокращается. Значит, мы с вами где-то близко. Так, сейчас посмотрим. Вот куда нам? Вот сюда? А, здесь замок. У нас нет ключа. Ладно. Отлично, это коррозионное вещество. Вот с его помощью сможем как раз-таки открыть замок. Так, где оно у нас? Так, придется вот так, да? А если поставить вот сюда? Сейчас, подождите-ка. Вот сюда. Вот так. А, нифига. Ну-ка, попробуем. Да, наверное, все-таки лучше так не делать. Давайте посмотрим. Сейчас тогда уберем из слота. И будем проходить. Мамочка, ты на меня сердишься? Нет, Эви, не сержусь, погоди. Как ты меня назвала? Не хочу больше жить в лаборатории. Хочу, чтобы у меня был свой дом. Еще хочу, чтобы ты была моей мамочкой. Ладно, Эви, я буду твоей мамочкой. Только возвращайся вместе со мной, ладно? Эви, ты где? Эви, девочка моя. Так, куда-то она убежала, да? А, вот она. Сейчас, подожди. Может быть, какой-то выход есть? Нет, все заперто. Только через Эви. Девочка моя. Ага, очень смешно, блин. Эви, постой. И тревога везде. Везде тревога. Ты ее нашла? Да, но она убежала. Аллан, у нее все больше друзей, эти твари повсюду. Я же говорил. Ты сам-то как? Лучше беспокойся о том, как вернуть Эвелину. Ладно.
Чё-то прям все очень плохо, да? Так, тихо, у нас... Да, здесь придется, наверное, использовать вот такой предметик. Давай-ка вот так. Ты лежи давай. Не смей вставать. Это ползет. Подлюка. Блин, у нас на самом деле мало всего осталось. Это плохо. Так, может быть, где-нибудь еще бомбы взять получится, блин, или нет. Так, всех, подожди. О да, о да. Отлично! Так, еще вещество. Вот так делаем. Давайте бомбы. Бомбы! Пистолет, травы. Давайте сделаем, наверное, вот так. Так, есть, одна аптечка нашлась. А бомбы у нас две штуки. И здесь дофига патронов. Так, тихо. Патроны. Иди сюда. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, не смей. Давай. Офигеть. Давай, третий. Быстрей. Да, было напряжно. Так, это что у нас такое? Включена система аварийной блокировки. Ну а здесь что делаем? Куда нам идти? Давай вот сюда. Вот, блин. Так, нет информации. Алан, отвечай. Отвечай. Алан. Алан, черт возьми, ты где? Так, что будем делать? Давай вот это вот сюда. Хотя, подожди, нет. Пусть все остается. Алан, ты где? Может быть, он уже того? Откинулся? Где-нибудь? Давай-ка вот сюда. О, тихо, замочек есть. Ой, как круто. Шикарно. Две. Так, неплохо. Да что в тебя? Так, секунду. Ну что, заходим. Да блин, что здесь творится? Мать вашу, а? Уйди от меня, падла. Так. Куда нам с вами в итоге идти? Так, сейчас подожди. Подожди. А, знаю. Всех. Блин, перекрыто. Вот сюда нам. Есть. И погнали. Только теперь куда? Наверх? На третий?
Так, никого. Алан. Так, есть. Как ты сюда попал? Где Эви? Она пошла в разнос. Без лечения ее состояние ухудшается. Что ж, тогда даже хорошо, что я умираю. Не говори так. Она тебе доверяет. Эта маленькая сучка никогда... Нет, Эви. Эви, я... Она пытается подчинить тебя. Сопротивляйся. Эвелина, перестань. Сейчас же. Не прикасайся ко мне. Фак, нет. Нет, нет, нет. Так, ну что ж, наверное, все-таки у нее получилось нас заразить. Пойдем. Итан, ты был прав. Я лгала тебе, нельзя было, но... Я могу сказать лишь одно. Если получишь это... Держись от меня подальше. Забудь, что ты знал меня. Проживи хорошую жизнь. Так, ну правда, на этой видеозаписи, если мне не изменяет память, у нас не было воя сирены. Что надо делать? Почему сирена работает? Почему? Ух ты, блин! Так, подожди. Надо бежать, что ли? Побежали, побежали, побежали тогда. Мы всегда будем вместе. Теперь ты вспомнила? Да, Эвелина. Я вспомнила. Мы можем быть семьей, как раньше? Нет, Эви. Мы не можем быть семьей. Мы никогда не были семьей. Мы никогда не будем семьей. Тогда ты мне больше не нужна. Ха-ха, блин. Очень смешно. Ну, а для нас сейчас отличная возможность сохраниться. Ладно, а что дальше-то? Кассетку посмотрели. Блин, только баночка. Ну, точнее, это у нас пробирка с образцом тканей Эвелины. Чё, пойдем посмотрим тогда, чё на четвертом этаже. Сейчас глянем. Так, блин, нифига не получается. Чё нам нужно сделать? Поищите Итана. Ищем Итана. Где Итан?
А, подожди, подожди. Здесь же можно пройти. По-моему. Да, так и есть. Ладно, ладно, ладно. Так, что здесь? Эпоксид. Нифига. Ну, то есть у нас ничего нет. Оружия нет, нифига нет. А здесь что? Содержимое уже кто-то забрал. Что-то очень прям неразборчивое здесь написано. Ну, мы здесь с вами были. Мы здесь как раз записывали обращение к Итану, да? Так, отлично. Патроны есть. А где сам пулемет? Пока непонятно. Порох. Открыть нечем. Да, здесь потребуется отмычка. Похоже, поломанный ноут. Травы. Так, вот здесь наверняка тоже что-то может быть. Отлично, еще один эпоксид. Закроем тогда. Так, что получается? Ай, блин, получается, здесь нам нужно где-то найти коррозионное вещество. Ну что ж, тогда пойдем дальше исследовать вот этот корабль. Давайте попробуем здесь. Так, что тут нам нужно? Нам нужно найти какой-то предмет, с помощью которого можно открутить вот эту гайку, да? Чтобы открыть люк. Ну ладно, попробуем, может, посмотреть тогда на следующем уровне. Как раз мы там не могли с вами пройти. По лестнице, значит, можно подняться через шахту. Так, посмотрим. Щиток у нас в нерабочем состоянии. Так, вентиль. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Так, ну что здесь? Может, он еще работает? Вторая камера. Третья. Четвертая. Пятая, да. Итан. Можно его спасти. Отлично. Надеюсь, я успею. Ну и будем надеяться, то, что он живой. Итан у нас находится на нижнем уровне, надо полагать. Лгунья! Прекрати, Эвелина! Проклятые галлюцинации! Где же она? Пойдем искать. Рация у нас не работает. Так, может быть, здесь что-нибудь найдется? Надо посмотреть. Надо посмотреть. Так, это кто у нас? Блин, работяга. Так, пойдем на самом деле вот сюда. Поглядим. Так, каюта капитана. Здесь нужен ключ. И там у нас пулемет. Прикольно. Во! Ключ под гайку с выступом. Карта корабля. Ну чё? Спокойно, спокойно. О, да! Бомба! Отлично. Так, здесь не пройти, к сожалению. Пойдем тогда будем откручивать люк. Сейчас, а тут? Подожди, подожди, а что здесь? Порох. Да и все. Ладно, давайте спускаться в лифт. Пропустил, да. Признаю. Еще травы. Ну что, прыгаем? Так. Ключ. Отлично, да, получается.
Опа. Луис, кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется тебе попросить этот кабель у доктора Уодела. Мне срочно надо во второе машинное отделение, но для этого надо сначала починить эту штуку. Дуэйн. Ну и мы с вами слышали звуки. Короче говоря, здесь на самом деле все очень плохо. Я вот думаю, на какой уровень нам сейчас нужно подняться. 2F. Давайте попробуем 2F.